Ежегодно в третье воскресенье июня по многолетней традиции свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых древних и наиболее гуманных профессий – работники здравоохранения. Нет в мире более почетной, более ответственной профессии, чем врач. Ежедневный труд работников здравоохранения сопряжен с колоссальной ответственностью, напряженностью и максимальной отдачей собственных сил и энергии. И сегодня, в это непростое время, бушующее в мире пандемии, люди в белых халатах постоянно находятся на передовой. Рискуя своим здоровьем, с честью выполняет свой профессиональный долг. В преддверии профессионального праздника в актовом зале Центральной районной больницы состоялась торжественная церемония чествования лучших работников медучреждения района. Виновников торжества поздравил глава района Заур Хамирзов. Я от души поздравляю вас всех. Я прекрасно, поверьте мне, понимаю, чем вы занимаетесь, насколько это все трудно, особенно в наше непростое ковидное время. Вот этот год прошел очень, если я скажу непростых условиях, я думаю, это будет очень мягкое слово, очень непростые, очень тяжелые. Была непонятная ситуация, как с ней бороться. К сожалению, ковид никуда не ушел. Я очень искренне уважаю ваш труд. Всем крепкого здоровья, берегите себя. Вы на передовой. Мне очень приятно видеть очень много вот молодых лиц. Терзайте, работайте. Я уверен, что у вас всех все получится. В канун приближающегося праздника глава района вручил медработникам почетные грамоты администрации Кашхабского района за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в дело охраны здоровья населения. С теплыми словами поздравлений и пожеланий обратился к присутствующим главный врач Центральной районной больницы Заур Бихашев. Когда было так трудно, все-таки мы не дрогнули. И с теми задачами, которые перед нами стояли, в основном справились. Вообще у всех поколений медицинских работников, вот сколько их сменилось за много лет, за десятилетия, у каждого поколения были какие-то свои трудности, те проблемы, которые им приходилось решать. И на чистоту говоря, не спасовал никто. Каждое поколение сумело свои задачи решить, справилась с ними, сделали, что называется, результат. Я уверен, что то же самое сумеем сделать и мы. Нам вполне по силам. Ничего простого жизнь нам не подбрасывает, но ничего нерешаемого, неисполнимого нами мы тоже не встретим, я в этом убежден. Поэтому, чтобы вместе и легко и без потери трудностей преодолеть, я поздравляю вас с нашим профессиональным праздником очень от души и желаю здоровья и сил лично вам, вашим близким, вашим членам семьи, родственникам, ближайшим, отдаленным, соседям, вообще всем, за кого вы сегодня волнуетесь, чтобы не приходилось волноваться. Чтобы не приходилось беспокоиться, чтобы не было чувствовать тревоги ни в сегодняшнем, ни в завтрашнем дне. Достатка, дохода, материального благополучия, физического и морального благополучия и всего только хорошего в максимальной степени. Лучшие работники системы здравоохранения района были награждены благодарственными письмами Министерства здравоохранения Российской Федерации, Республики Адыгея, а также грамотами администрации районной больницы. С праздником всех медработников поздравили студенты-медики и выпускники детской школы искусств. Меняет краски. Вот над тобою доктор маски. Лежать, хороший мой, лежать. Лежать, не петь, не танцевать, лишь вспоминать, что было раньше. Душа тревожно вдруг заныла. Больница, стены, потолок. И у окна лишь уголок непрочной связи с внешним миром. А ведь когда-то жизнь бурлила. Теперь совсем другой пейзаж. Система, операция, дренаж. И капли крови на платке, как приговор в твоей руке. Букет названий «Разум бередит». Бацилла, инфильтрация, плеврит. В глазах от назначений все пестрит. А сердце плачет и опять щемит. Ты оглянись и посмотри, ведь рядом ангелы твои, они за жизнь твою дерутся, порой плачут и смеются, не чуждо человеческую им, но не ищи их
в синем небе, крылом оттуда не махнут. Они с тобой в твоей палате ведут свой благородный труд. Их одеяния также белы, и души чисты, как вода. Но имя им не боги, врачами звали их всегда. А подмастерье их медсестры летят на вымоченный зов. И все, и что есть во благо жизни, любой из жизни отдать готов. Быстрее каверны зарастают и отстают злой привлит. И солнце мягко пригревает, когда у койки врач стоит. Кому-то кланяешься в ноги, забыв про страх и боль, и стыд. И на щеках твои слезинки алмазом доктору блестит. Если прекрасней на всех пяти материках, когда лежит все человечество у акушера на руках. У вас профессия святая, без преувеличений скажем, работа нужная такая. Ведь долгожданным детям нашим вы помогаете рождаться. Хотим вам счастья пожелать, по пустякам не волноваться, успешно роды принимать. Пусть все хорошее случится, и в жизни будет радость ждать, любым желанием воплотиться и никогда не унывать. Никогда не подняться под небеса в самом своем первом полете. Их крылья подрезаны вами, взрослые, им не взлететь к своей стае и постоянно задаваться вопросами. Кем были они и кем они стали? В этот день также прозвучали поздравления и пожелания от коллег. Уважаемые коллеги, я хочу вас поздравить с наступающим праздником, пожелать, естественно, здоровья, мира в ваших семьях, терпения, оно в нашей работе очень нужно, и профессиональных успехов. В дополнение к тому, что до этого говорил глава администрации, я хочу также призвать коллег, чтобы вы и, соответственно, общаетесь, разговаривайте с своими родственниками, близкими, чтобы все поддерживали вакцинацию, потому что на самом деле альтернативы нету. Опыт стран, которые это все делают достаточно ударными темпами, показывает о том, что так оно и есть. В новостях передавали в Англии где-то неделю назад. Англия достаточно активно вакцинируется. Был первый день, когда у них не умер ни один человек от коронавируса за все время пандемии. Маленькие страны типа Израиля, Сан-Марино, которые провакцинировали практически все население. Сан-Марино, кстати, спутником вакцинировался. Они объявили о полной ликвидации эпидемии. У них нет ни одного случая. Поэтому факты налицо, особенно те, кто не болели, у кого нет антител, у них очень низкий титр, нарратива нет. С праздником всех!
Работники здравоохранения ежедневно совершают подвиг, спасая человеческие жизни, часто в невероятно сложных условиях. Спасибо вам за ваш труд, за то, что вы делали весь этот сложный год и продолжаете делать.